Сборник поэзии и физики и лирики – это своего рода результат долгого творческого поиска студентов и выпускников технического вуза. Юбилейный, 10-й по счету, он выбрал в себя лучшие стихотворения, написанные в разные годы молодыми авторами. Помимо того, на его страницах есть место произведениям начинающих, но уже подающих большие надежды студентов Брестского государственного технического университета. Все они, увлекающиеся, талантливые ребята, собрались в Центральной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина по случаю презентации долгожданного знакового сборника. Сборник этот необычный, потому что он юбилейный. То есть 10-й выпуск сборников стихотворений студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников университета. Ну вот, наверное, он потому и перешагнул рубеж свой юбилейный, потому что изначально была заложена идея такого единства творческого. То есть под одной обложкой студенты разных факультетов, выпускники разных лет и преподаватели, сотрудники. А за окном припорошена стелится Белая Русь. Этой строчкой объединены стихи, написанные на разные темы. Темы любви, природы и родной Беларуси. Особое художественное восприятие действительности, богатство поэтических красок и оттенков, тонкое и глубокое, несмотря на юный возраст, мироощущение. Все это характерно для поэзии, которую презентовали студенты и выпускники Брестского технического университета. Когда-то просто любители, сегодня они уже ловко владеют пером, имеют индивидуальную манеру письма. Во многом это заслуга опытных наставников, известных писателей Брещины, которые выступали творческими кураторами начинающих авторов. Немаловажную роль сыграло и огромное желание самих молодых людей творить и искать себя. Татьяна Юрьевна, она меня вызвала к себе и сказала, что вот ты пишешь стихи, я говорю, пишу. Она говорит, хочешь вот участвовать в таком событии? Я говорю, пожалуй, могу, хочу. И она сказала, что нужно было, нужно принести свои стихотворения, какие были у меня. Стихотворений на то время у меня было не очень много. Я их писал где-то с 15 лет, штук 15 набралось. И первые до этого, только родители читали. А потом Татьяна Юрьевна, она смогла их отредактировать. И уже где-то в 2009 году она выпустила одно из моих стихотворений в газету нашу, наша газета БРГТУ. И вот таким дебютом я вот, получается, вышел в свет. Это был способ самовыражения, в принципе, и помог найти единомышленников, и вообще это было интересно. Сегодня выпускники технического университета, овладевая выбранной профессией, находят время на посещение творческих встреч студии «Лира». По-прежнему обращаются к поэзии, обогащаются ей, находят в ней успокоение и не перестают удивлять новыми творениями своих наставников. И в будущем новые выпускники, несомненно, не остановятся на достигнутом. Об этом сегодня говорят и горящие глаза, творческий порыв и желание совершенствовать свои способности.